Мы сегодня находимся на опытном поле кафедры землеустройства, почвоведения и агрохимии. Мы сегодня здесь закладываем эксперимент. Супер ранний посев мелкосемянных культур. Суть его в том, что при посеве мелкосемянных культур очень часто получаются рваные всходы, потому что мелкие семена, их очень трудно заделать в верхний слой почвы, и чтобы там были нормальные всходы. Почва высушивается, и семена не получают живительную влагу для того, чтобы прорастать. Попадают семена на поверхность влажной почвы и, естественно, будут давать хорошие всходы. Еще суть наших исследований в том, что мы впервые, наверное, в России применяем посев мелкосемянных культур с коптера. Это разбросной способ посева, то есть культуры будут размещены, семена будут размещены очень равномерно по всей поверхности. Это всегда дает прибавку где-то плюс 5-10 центнеров, только от того, что разбросной способ посева. С компанией Bazon Air мы работаем уже давно, несколько лет. Первые наши с ними исследования совместные были проведены в 2018 году, когда мы испытывали сеялку, которая навешивается как раз на коптер. К сожалению, тогда результаты мы получили не совсем оптимальные для нас. Сеялка была нашими партнерами переделана. И вот стала необходимость уже конкретного испытания ее в полевых условиях. То есть, если будут положительные результаты, то мы уже можем внедрять в сельскохозяйственное производство такой супер ранний посев. Конечно, погодные условия сегодня как бы благоприятные, с одной стороны, солнышко светит, тепло, но для нас это не совсем хорошо, то, что опять-таки из поверхности почвы сейчас испаряется влага, что не совсем хорошо скажется на прорастании семян.